Новое жилье вместо аварийного. В Черкесске дом на Полевой 33А после нашумевшего происшествия был включен в программу переселения. Что случилось в доме, когда пересели жильцов, расскажет Дарья Тендит. 7 июня 2022 года Ольга Сгеева, жительница двухэтажного дома по улице Полевая 33А, выйдя на свой балкон, упала вместе с частью обвалившейся балконной плиты. Соседи запечатлели случившееся. Дом Полевая 33А. Дом аварийным считать не хотят. Столько раз предупреждали. Смотрите, что творится. Женщина упала. Вызвали скорую. Становится очевидным, что жить там опасно. Сейчас за пострадавшей ухаживает ее дочь. Получила повреждения. У нее много переломов в ноге было. Сломанные были два позвонка. Тяжело восстанавливалась. Реабилитацию проходила. В больнице лежали. Ну, слава богу, сейчас все нормально, уже потихоньку ходит, но о себе как бы говорит эта травма. Этот инцидент – доказательство того, что следует принимать меры. После проведения проверки специальной комиссии выяснилось, что здание не подлежит восстановлению, требует скорейшего расселения. К жителям дома приехал заместитель мэра Черкесска и представители Народного фронта, чтобы сообщить радостную новость. И в начале марта рассмотрено 5 заявлений собственников, которые на следующей неделе будут приглашены в мэрию города Черкесска для подписания предварительных договоров мены, после чего данные договора будут направлены в Росреестр. После регистрации права собственности жильцы будут приглашены и им будут вручены ключи от новых квартир. В этом месяце все те жильцы, которые подали заявление, которые уже были рассмотрены, в марте месяце будут переселены в новые квартиры. Жильцы в ходе собрания задавали волнующие вопросы и получали ответы. Совсем скоро они смогут забыть об опасностях и страхах, связанных с разрушающимся зданием. А пока жильцы приводят в порядок документы и ждут. Нас обрадовали. Я думаю, все довольны, соседи, счастливы. У всех много вопросов. Спасибо, с благодарностью, наверное, все-таки к нашему правительству, к нашей мэрии. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.